Из-за массовой парковки на перекрестке Калантай и Большевиков не попасть в метро. Жители Невского округа жалуются на засилье машин. Там же просто какая-то помойка. Машины, автобусы. Там нет дорожки даже пройти к переходу. У первого дома на проспекте Большевиков раньше стояли торговые павильоны. 3 года назад их снесли, и, со слов жителей, освободившееся место долго не пустовало. Сегодня там прописались автомобилисты, которые попросту переградили жителям подземный переход. Муниципалы помочь бы рады, да не в силах. Там земля принадлежит городу. Это не наш предмет ведения, его благоустраивать. Теоретически мы готовы взять ее под себя. Кроме того, по соседству поселились другие машины, которые ведут торговлю с колес. Районные власти ничего плохого в этом не видят. Тем более, что у многих горожан такие торговые точки пользуются спросом. Если торговля ведется в соответствии с нормами Роспотребнадзора, в том месте, где она не мешает пешеходам, жителям, наверное, это правильно. Но если же магазины на колесах окажутся вне закона, их тут же уберут. Отдел законности и правопорядка районной администрации вместе с Роспотребнадзором проверит ларьки в ближайшее время.